почему именно туда? Потому что там до этого никто не был, и потому что в Грузии есть своя культура, свой колорит. Мне казалось, что это очень интересное место для посещения. Вообще, планировал поехать давно, но никак не мог найти желающих. А потом предложил Никите, и дело сдвинулось с мертвой точки, мы решили ехать. Нужно было найти еще несколько человек. Началось все, короче, так. В общем, поступило предложение поехать в Грузию, покататься с великами. Идея мне это понравилась, я согласился. Ну, очень спонтанная поездочка. Владос позвонил мне, предложил встретиться с старыми друзьями и отправиться, как раньше, в путешествие. Еще и в Грузию я там никогда не был. Было очень интересно съездить. Ну и плюс поснимать клип, покататься на велике. Вся эта движуха меня очень манила. Да просто на самом деле собрались. Влад предложил поехать в Грузию. И все, и мы своей бандой полетели. Встретились утром, загрузили тачку, закинули велики на крышу. Познакомились с этим собачкой, как ее звали, Растопыркин. Познакомились с Растопыркиным и загрузились, да поехали. Вот там с просони в дороге спал. Издевались, конечно же, не без этого. Ничего, конечно, мы не подготовили заранее, не нашли жилье. Решили, что если приедем и не найдем жилье, то будем в тачке ночевать. Попьем грузинское вино и будем ночевать в тачке. Причина чисто на фристайле, решили двигаться. Ребята, на Кавказе очень агрессивно водят, очень опасно. Рискуют жизнь, по встречке обгоняют. Доехали уже ночью до границы. Через перевал ехали, через туман. Да, ехали по серпантину в тумане. Вообще прикольно было там, как в Silent Hill. И дождь еще шел. Было очень красиво, но достаточно опасно, наверное. Там достаточно серьезная дорога, серпантин. И было очень плохо видно все это дело. В Грузии все размерено. Ну, в Тбилиси. Там люди реально живут, как бы. Никто никуда не торопится. И, в принципе, люди довольны тем, что имеют. Велосипеда, оказываешься в местах, где обычно туристы никогда не окажутся. Есть какая-то своя культура, очень такая богатая и очень старая. Плохо развит. Пару человек всего в Тбилиси катается. Современное искусство там процветает. Каждый переход. Рисунки, музыканты играют национальную музыку или просто какие-то песни. Это помогает городу обрести свой образ. Споты там очень крутые, объясню почему. Город холмистый и постоянные ступени, и вилла, куценьки, все что угодно, короче, на любой вкус и цвет, что хочешь. Люди там достаточно все положительно настроены и к нам, и вообще к жизни. Ну, в основном такие споты, где надо сажать уже большие крюки.
прощались с Грузией, выпив полторашку вина местного, и свинтили. Все эти горы выглядели очень сурово, в этой погоде очень величественно и здорово. Атмосфера крутая, и вообще в горах по-другому как ты себя ощущаешь. Все мне прям запомнилось. Как мы в футбол играли с малыми ребятами, с грузинами. Ехали всю дорогу, мы пробивали сведения гор, тоннелями всякими через горы. Спасибо тем пацанам еще, которые там нас встретили, нам показали местные споты, местные достопримечательности и вообще в целом страну гор. Мы с ними там веселились, прикалывались, было очень здорово, очень дружная атмосфера, и вот это, наверное, больше всего и понравилось. То есть это как в детстве, когда ты начинал только кататься, вот все вместе двигались, это очень здорово. Путешествуйте, ребят, съездите в Грузию. В общем, оно того стоит.